Почему я эгоист? Ну, я тебе сейчас объясню. Почему ты... Я тебе сейчас объясню. Скажи. Послушай, не надо нервничать. Успокойся, я тебе сейчас объясню. Я не боюсь. Кто тебе сказал, что я боюсь? Ну, ты только сказал. Я говорю, у нас старики и дети. Это моя женщина. Я тебя понимаю, я очень рад, что... Национализм, ты знаешь, да? Нет, ты национализм. Национализм. Ты национализм. Нет. Я тоже, наверное, я все знаю. Я тебя я тебе объясняю другое, что ты не местный. Ну какая разница? Я тебе ты тоже не местный. Ты тоже не местный. Можешь меня заслужить? Ты можешь меня заслужить? Скажи. Я тебе объясняю. Ты не местный. Ты мусульман. Ну, альхамдулиллах. Да, мусульман. Это в переводе с русского языка иноверец чужеземец. Ты приехал сюда на родину к русским. Здесь священная православная земля. Подожди. Ты тоже, подожди, я тебе объясняю. Мы не местные, мы родились. Исторически. Это наша земля. Да, ты меня не слушай, я же тебе объясняю. Спорить с нами не надо. Исторически. Сложилось так, что здесь живут якуты и русские. У них есть свои традиции, которые нужно уважать. Ты согласен? Ну, если ты не уважаешь, то... Я тебя уважаю. Ты не уважаешь меня. Почему? Я разве об этом сказал, что я тебя не уважаю? Ну, если уважаешься, зачем такое... Я же тебе объясняю, зачем. Ты не надо, не надо. Я хочу победить, знаешь? Нет, так не будет. Ну, у тебя... Так не будет. Знаешь, ты просил, сколько ты меня перебиваешь, и ты не даешь сказать. Знаешь, я не просил, сколько ты снимаешь, не знаешь. Сурьма. Ты против же? Я об этом сказал? Ну, а тебе что, вот так же? Я говорю, я об этом сказал? Ну, а свое сердце разлучало, что я так сказал? Ну, не так. Я тебе вот так. Вот подожди, ты меня сейчас обвиняешь, то, что я сказал. И сейчас ты хочешь сказать? Что хочешь? Я хочу от вас, чтобы вы... Почему он национализм? Да, ты национализм. Я тоже мусульманка. Вот вы не вот. А вы говорите, бабушки, дедушки, женщина. Молодежь. Ваши полуголые ходят вот такие раздельные сессионы. Женщина, мы не вмешиваемся. Я не про мусульман. У нас не принято в России ходить вот так вот замотанной. В России. У нас не принято. Где написано в России так ходить? Ясно? Женщина. Езжайте к себе домой и ходите вот так. Да, у каждого своя религия. Вы приезжайте на нашу землю. Вы приезжайте на нашу землю. Еще раз повторяю. Я вам просто объясняю. Исторически так сложилось.